Так вот, Такеучи, Япония. Японцы варьируют составом, но хотя лидеры, безусловно, участвуют во всех, но что касается второй половины японской команды, то у нее, конечно же, большая длинная скамейка. И после домашнего недавнего в Саппоро этапа Кубка мира появились новые имена. 123,5 метра у Такеучи. 17 и есть 16,5, которые тоже пойдут в зачет. Напомню, что три оценки идут в общую сумму. Самая большая и самая маленькая не учитываются за стиль. Ну и плюс, конечно же, оценка за дальность прыжка. Ну и с учетом компенсации.